Вот это зародились, это когда еще не было сильно жарко. Потом стала жара, и, ну, перестали опыляться. Перестали опыляться и затормозились, как говорится. Все, а потом, вот сейчас уже начинают, видите, новые нарастать. Это после уже того, как прошли дожди и начали расти. Ну, вот есть помидорчики, которые как бы не особо боятся жары. И все равно у них помидорчики растут. Посмотрите, вот какие замечательные кисти помидоров. Да, вот, видите. Друзья мои, в основном у меня сорта. Я мало выращиваю гибридов, но есть и гибриды, конечно. Вот посмотрите, какой помидор замечательный. Это чудо-сада, но на нем всего два помидора. И вот еще, вот сюда вот выросли, видите? Вот, чудо-сада. Вот такие крупные. Вот два помидора там, два помидора здесь. Четыре помидора. Не, ну мне такой не очень нравится, но из-за того, что они очень крупные. Так, я, кстати говоря, уже рву помидорчики. Вот посмотрите, какие замечательные помидоры. Это вот что за помидоры? Это у нас рубиновый кубок. Посмотрите, какие помидорчики шикарные. Так, а это вот у нас шальная королева. Вот, замечательные помидорки. Ну, я не буду вам все сорта рассказывать, потому что вы поймите меня правильно. Это будет видео, ну, до бесконечности. Вот, посмотрите, какой замечательный помидор. Это перцевидный гигант. Вот, обратите внимание. Видите, какие у него помидоры. Вон, висят. Вот, посмотрите. Вот, одна, вот она внизу. Одна, две, три кисти. И вот... Было жарко, поэтому не зарождались кисти. Но дальше вот пошли, посмотрите, видите? Вот. А вот тут из-за того, что было жарко, не опылялись и не зарождались. Да, но мне вот нравится вот этот вот помидорчик, друзья мои. Сейчас я вот так зайду, покажу вам. Посмотрите, какая красота. А? Ну, это хамелеон. Посмотрите. Какой интересный помидорчик, а? Вообще чудо, красавчик такой. Он прям, знаете, вот как послен, да? Как послен у него сначала, кажется. Вот. Но он потом будет красным. Вот. Видите, какие красавчики кисти. И вот они растут и растут. И растут до бесконечности. Так что, я думаю, очень красивый помидорчик. Он будет красным. Здесь я уже срывала два помидорчика. Вот, пошли дожди и начали лопаться те, которые были почти спелые. Пришлось сорвать. Вот какие, вот смотрите, видите, помидорчики какие замечательные, друзья. Все формированные в один стебель. Помидорки есть, хорошие. Вот, вот, пожалуйста, сейчас сорву помидорчик, лопнул. Что он за помидорчик? Вот он, шунтукский великан, лопнул. Вот. Написано «Шунтукский великан», он на него и не похож. Вот смотрите, какие помидорки. Здесь я уже сорвала несколько штук. Это у нас царь-трюфель. Очень хороший помидор, друзья. Замечательные помидорки на нем. Розовый, крупный такой был. Два штуки я здесь сорвала. Ну, сладкие, слушайте, розовенькие. Так, это у меня шахерезада. Вот сейчас сорву помидорку, вам покажу. Вот какая шахерезада, видите? Она как бы чуть-чуть как персик, на персик похожа. Шахерезада хорошо завязала это плодики. Нормально, я считаю. Так. Здесь вот такие помидоры. Очень крупные, друзья. Хорошие помидорчики. Ну, помидоров много, я вам говорю. Просто листья я не убираю специально. Потому что жарко. Пекутся потом на солнышке, а мне этого не нужно. Вот видите, какие помидорчики. Вот такая красота. Да. Здесь вот перчики что-то не очень. Но они растут, но не завязываются толком. Вот там позавязались по одному-два. Ну, это что это ерунда. Виноградик очень хороший. Так, фасолька тут даже у меня, посмотрите, какая длинная. Вот видите, вот такая вот. Или бобы, как правильно, не знаю, как их называют. Он длинненький. Ну, я закрывать не буду, я их хочу собрать на семена. Чтобы на следующий год больше было, потому что было несколько штук семян. Вот такая есть фасоль, посмотрите, черненькая, видите, интересная. Так, ну, помидор у меня очень много везде, друзья. И вот я вот просто так вот покажу вам.
Смотрите, помидоров валом, 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 валом. Помидоров очень много. Замечательные помидорки. Вот, посмотрите, даже низкорослые, посмотрите, какие. Вот это вот, суперклуша. Вот, я ее подвязала, но она почему-то не стала мне давать боковых побегов. Не поняла, почему. Перцы вот эти, трюфельки. Посмотрите, облепленные стоят кустики. Облепленные. Я пробовала сладковатые. Но все равно мне не нравятся такие мелкие, не хочу. Так, вот, смотрите, помидорчики хорошие. Это все низкорослые считается. Так, тут вот, посмотрите, какой помидор. Обратите внимание. Видите, он одна, две, три, четыре. Вот она уже пятая кисть будет, шестая, седьмая. И дальше успеет восьмая. Они успеют, друзья мои. Успеют. Это помидорчик у нас засолочный деликатес. Вот такие, сейчас я сорву помидорки. Вот такой помидорчик у него засолочного деликатеса. И вот на кисти висит 6 вот штучек, 5 штучек. Тут вот не знаю, сколько будет. Пока 4. Ну и пошли дальше. Так, это уже деревья у меня перечные, вот такие, как видите, да, перцы. Так, помидорки вот тут вот, видите. Да, перечные деревья, хорошо, хорошо растут. Так, это вот какие-то желтенькие, ну вы знаете, мне кажется, я их попутала название. Ну вот такие сливочки желтые, сладкие, конечно. А вот большой куш. Посмотрите, всего 2 помидорчика единственных. Ну и что это вот? Огромные, конечно, но так а смысл. И вот дальше 2 опять завязалось. Не знаю, что это такое. А это вот тоже шальная королева. Посмотрите, какие помидорки. Шальная же это королева. Да, шальная королева. А это золотая королева. Вот такая. Это вот шоколадное чудо, очень мне нравится. Они сладкие, вот эти помидорчики. Вот видите, какой надо сорвать его. О, там уже что-то. Так, это перцевидный розовый. Ну, он всегда хорошо плодоносит. Но его нужно все-таки выращивать в 2, даже можно в 3 ствола. Тогда будет больше помидорчиков. Он выдерживает такую нагрузку вполне. Либо сажать 2 вместе. Ну, у меня, как видите, 1. Ну, мне достаточно, друзья. Ну, просто, если кому нужно, чтобы было побольше, то нужно или 2 ствола выращивать, или 2 сажать вместе. Вот там, посмотрите, сколько помидорчиков. Много. Помидоров вообще много. Виноград вот тут вот у меня. Вот, виноград хороший в этом году. Замечательный, друзья. Замечательный виноград. Я вам сейчас покажу еще. Вот помидорки разные, как видите. Помидор много. Достаточно вообще. Очень много помидор, друзья мои, хорошие помидоры. Постирались названия. Бийский розан, вот это бийский розан. Вот, смотрите, какие помидорки шикарные. А вот какое чудо помидорки. Вот, это у меня Марина Роща. Марина Роща хорошо зарождает. Я уже не стала вторую обламывать, вот тут растет она. Думаю, ну пускай, может быть, еще зародит. Очень красивые томатики, мне понравились. Такие вообще, один в один. Смотрите, какие. Ну, вот тут низкорослые все. Вот, посмотрите, вот видите, пооблеплены помидорчиками. Хорошие помидоры, очень хорошие помидоры. Очень. Вот какаду новый для меня помидорчик, посмотрите. Ну, вот что-то его повредило уже. Повредила вот. Ой, вообще. Ну что, вон черви. Вот черви, видите? Вот, пожалуйста, сейчас покажу. Посмотрите, что делают, а? Все посъели мне. Вот сволочи. Ну, посмотри, что делается. Ну, кошмар какой-то. Ну, ничего не вырастет толком в этом году. Так, вот виноград, друзья мои. Виноград хороший в этом году. Хороший. Потому что кистей не очень много. Из-за того, что повредил мороз нам. Вот. Ну, выросло прямо-таки, скажу, неплохо. Неплохо. Это горох уже засох. Вот, пожалуйста, виноградик. Вот, видите,
Тут же у меня и фасоль растет. И виноград. Вот. Вот здесь вот побила виноград. Вот так прямо на всю длину побила. Вот осталось последнее. А тут вот выросли все-таки кисточки. Ну, небольшие, правда, но выросли. Вот видите, какой. Вот такой, ну, он еще зеленый, конечно. Зеленый еще. Ежевика, друзья мои, везде растет, спеет. Замечательно. Это вот виноградик ранний, медовый ранний. Видите, сколько на нем винограда. Он не пострадал. Он от мороза не пострадал, он поздно начал цвести, но он быстро, как видите, плодоносить начинает. У него уже почти спелые ягодки. Вот, поэтому скоро уже можно его срывать и кушать. Так, здесь, друзья, перцы хорошие, перцы хорошие. Да, перцев уже много народилось. Ну, сейчас их и не видно. Помидоры. Вот тут у меня все помидоры. Помидоров. Я еще раз повторюсь. Помидоров много. Разные всякие. Вот, видите, перцевидные какие помидорчики огромные. Так. Ну, вот тут вот это Казанова томатик. Вот он, посмотрите. Он всегда хороший урожай у него. Замечательный. Казанова хоть куда посади, везде хорошо себя чувствует. А вот посадила я Тарасенко гибрид. Ну, он не гибрид, а как его, юбилейный Тарасенко. Ну, вот неважно, он себя здесь чувствует. Густо, стильно ему не понравилось. Здесь у меня еще виноград, и пауки кругом у нас. Виноград, вот он тоже уже начинает спеть. Это, друзья, памяти Домковской. Очень хороший виноград, черный он. Он черный вообще, черный. Вот видите, какой. Виноградик шикарный, шикарный просто. Это тоже черный виноград. Этот вообще поздний, сильно поздний. Вот. И не знаю названия. Присылали как Велеса, но он не Велес совсем. Так, здесь у меня Алешенькин виноград. Тоже много. Тоже есть кисти хорошие, есть неоформленные. Потому что цвел не весь сразу и попал под дождь, который тот плохо зародил. Там плохо кисти образовались. А где... Первый цвел, ну, как бы, не попал под дождь. Там ничего вроде кисти. Ну, хороший виноградик, хороший. К соседу пошел, будет ругаться. Ой, ну, я туда не могу достать за сетку. Так, ну что, пойдемте дальше. Здесь земляничка у меня была. Вот видите, перцы какие. Ну, перцы есть, есть перцы. Не хочу, пока они еще зеленые, ничего там смотреть на них. Так. Значит, вот помидорчики, вот обратите внимание. Я бы могла по этому ряду пройти, но там очень густо. Вот смотрите, какие помидорчики у меня шикарные, видите? Просто вот сегодня две вот тут помидорки сорвала, съела. Такие вкусные, друзья. Это бизон черный. Ой, ну вкусные, сладкие. Да, замечательные. Вот какие, видите, помидорчики. Помидорки вообще шикарные везде, везде, везде. Вот, вот здесь два помидорка почему-то упали. Я не знаю, либо кто свалил. Огромные такие там лежат дома, зеленые. Вот. А это вот, друзья, вот при вас просто решила сорвать. Вот видите, что делают червяки? Бабочки отлаживают этот кладку, и все, и пошла дырка. Это, друзья мои, искры пламени называется томатик. Хороший, но вот видите, что делается. Он очень хорошо наращивает помидорчики. Посмотрите, сколько их. Замечательно. Я их каждый год сажаю. Они мне нравятся. Они очень вкусные, сладкие. Ну, вот видите, что делается. Вот бабочка. Вот такие вот помидорки. Это у меня дрова, наверное. Вот эти. Или как его называют? Еще есть по-другому. Жигало. Это жигало. Вот дрова вот там впереди. Потом покажу. Вот. Ну, помидоры везде хорошие, друзья мои. Ну, хорошие. Просто листья я не убираю специально. Потому что... Вот видите, что делает бабочка? Вот если крупноплодные, как видите. Вот разные помидорчики. Это у меня ежевика спеет, видите? Это мелкоплодная, мелкая ежевичка. Но ее столько много на кистях. Посмотрите. Видите, какие огромные кисти на ней. Просто огромные и хорошие. Ежевичка, она вечно зеленая. Так. Вот, вот такие вот помидорки. Ну, помидор много, много, много. Не хочу даже это,
Вот. Я не то что хвастаюсь, я просто говорю, что ой, ежевичку сорвала и забыла. Посмотрите. Так. Ну, сейчас положу в карман.